Hello, my dearest friends, and welcome back to our channel. Welcome to another spring vlog from provincial Russia. Today I want to take you to a very important event. It is the local regional cross-country running championship among children, teenagers and junior track and field athletes. It is the first big and very important event in the Volgograd region after the pandemic. As you know, nowadays more and more people are getting vaccinated. That is why the athletic events finally returned back to our lives. And we are extremely happy because of it. This time, after a very long gloomy period without championships, Sanya was going to run with the boys, born in 2008 and 2009, as there was no special run for his age. But he couldn't miss this event, and his coach was sure that he was ready to fight for the medals. Unfortunately, it was a very cool windy day. That is why a big part of my footage was spoiled by the noise of the wind as always. This is Volgograd, guys. I'm sure that you are already used to it. Первый забег. Первый. Представители обеспечили построение участников на паре. The beginning of the event. Доги. Wow, there is even an ambulance here. Very official. 300 участников. Всем надоело карантиниться. Ну, конечно, приехали все. Все уже хотят показать, чему научились. 810. Мамочка, давай няшка. Проводятся чемпионаты первенства Волгоградской области по кроссу. Первый старт за последний год, который мы проводим, ребят. Я вас всех поздравляю с этим и слово предоставляю главному судье соревнований Вячеславу Викторовичу Грошеву. Так, ребят, я тоже присоединяюсь к этому поздравлению начала нашего сезона спортивного, а то уже застоялись. Тренировки без соревнований, это вообще непонятно, для чего тренируются люди. Желаю всем удачно выступить, естественно, кто-то выиграет, кто-то... Все выиграть не мог, но главное, чтобы все реализовали свои возможности, постарались пробежать силу своих сил. А так желаю самого наилучшего, удачно выступить. Соревнования открыты. Готовятся девочки 2008, 9, 10 и 11 годов рождения. У участников 4 забега, поэтому вы должны были все посмотреть, кто в каком забеге бежит, не перепутать, отметиться у судьи стартера. И только после того, как ваш судья отметит, поставит на старт, можно будет принять участие в соревновании. Ох ты, что ты будешь делать? Стой, не надо дальше проходить, мы будем мешать здесь. Первый забег, девочки. Ты смотри, учись. Сейчас будут всех записывать. Бегут вон девчонки. Нет,
Ох. Отойдите, пожалуйста. Отходите. Первая. The championship started with the run of the girls, born in 2008-2009. Sanya was going to run after these girls. There were four runs of the girls of this age and more than 80 participants. Just imagine this. But there were also three runs of the boys, and about 20 or 25 people in each run. There were also more than 70 participants, and Sanya was going to take part in the first run. It is not good to be the first, because you can't see the results of the leaders of the runs, but unfortunately there is usually no choice. We were both very nervous. Sanya... I'm so nervous, and Sanya is very nervous too. I'm afraid that he's extremely nervous. As you've already heard, it is the first official start after the pandemic. First big official start. Давай, Сань! Давай, 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 давай! Пошел, пошел, пошел! Давай! Пошел! Санек, давай! Все, вы давай! Ты можешь! Давай прям до последних сил, Санек, все, вы давай! Саня, он здесь, Саню все поддерживают. Саня, давай! Давай, давай, Саша, ускоряйся, осталось всего ничего, давай! Давай, уже оторвался от всех, давай! Ой, Саня. Давай, давай, Саша, давай, финишная прямая! Все, давай, давай, все, еще, еще, давай, давай, до последнего! Давай, до последнего прям! Давай, до последнего прям! Давай еще быстрее! Еще! У тебя вообще отрыв такой большой! Артем, давай! О, второй! Саня! Ну, сама не жди! Саня! Все, готов умереть? Значит, выложился по полной, молодец. Soon after the final run, the coach came and said that the judges were looking for Sanya, as he won the silver medal. Just imagine, he showed the second best result after a really worthy competitor, a young triathlete born in 2008. As always, their results were different just in several seconds. And if they were in the same run, Sanya could even try to struggle with this young man. But I was very proud that my son managed to defeat his nervousness. He is afraid to fail and to show bad results, to make his coach and even his family disappointed, no matter how hard we try to support him. After this happy moment, we went to support the rest of our team. Аня, давай! Аня, давай быстрее! Аня, давай! Молодец! Аня, это у нас, да? Давай, давай, быстрее! Еще, еще, догони! Мамочка, девочка, песиком, песиком. Да, и пёс поддерживает. Аня, подлинняйся! Ух, сколько девчонок, а в один забег, что все запихали? Молодец! So it was all for today, my dearest friends.
Thank you very much for being with us. Нина, Маше пока. Bye. О, не надо мне это в лицо. Thank you very much for watching. Thank you for being with us on such an important day. I'm happy to share it with you.